Активисты Одинцовского отделения «Единой России» поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества, навестив участников спецоперации, проходящих реабилитацию в Звенигородском санатории. По инициативе депутатов был организован небольшой концерт и закуплены сладкие подарки. К поздравлению присоединились педагоги Жаворонковской школы, которые передали сделанные учениками открытки. Также одинцовские единороссы поприветствовали участников третьего открытого детского военно-патриотического фестиваля-конкурса «Аты, баты, шли солдаты», прошедшего в культурно-досуговом центре «Чистцовский». В рамках фестиваля свои программы в нескольких номинациях представили военно-патриотические клубы, дома культуры и школы, юнармейские подразделения и кружки.